Привет! Вы по мне скучали? Я по вам тоже. Мы находимся в Испании. Я заметила, что социальные сети начинают управлять моей жизнью. Когда я открывала Facebook, я несколько раз видела фото Барселоны. И архитектура в этом городе казалась мне такой невероятной, что просто не верилось, что это было создано руками человека. И поэтому я подумала, мне нужно туда. Но мы не остановились в Барселоне. Мы находимся недалеко от Тарагоны. В нескольких километрах отсюда находится Феррари парк, куда мы собираемся поехать. Поэтому в этом видео будет обзор Барселоны, Тарагоны, а также парка развлечений. Поехали! Недалеко от нашего отеля находится город с богатой историей. Тарагона расположен на побережье Балиарского моря в северо-восточной части Испании. Город находится на юге Каталонии в 100 километрах южнее Барселоны. Тарагона – это несколько тысячелетий истории, застывшей прямо на улицах. Древние античные руины, средневековый готический собор и старинные булыжные переулки. Памятник Кастельерам Эльс Кастельерс в Тарагоне находится в начале бульвара Рамбла-Нова. Кастельс, или башня из людей, это народная забава в Каталонии. Автор памятника – каталонский скульптор Франциск Англес. Он изобразил башню из 219 людей. Несколько персонажей изображают вполне конкретных людей, таких как Пабло Пикассо и Жоан Миро. А один изображает самого художника. Слово «кастельерс» происходит от слова «кастель», что в переводе с каталонского означает «замок» или «крепость». Кастельерс – это команда людей, которые, забираясь друг на друга, образуют своеобразную живую пирамиду. Цель – создать как можно более высокую и устойчивую конструкцию. Римское наследие можно встретить практически на каждом углу Тарагоны. Старый город является одним из самых важных археологических объектов в Испании. Древнеримский амфитеатр является самым впечатляющим из античных сооружений. Он построен на склоне холма с видом на Средиземное море. Относится ко II веку нашей эры и периоду правления императора Октавиана Августа. Амфитеатр представляет собой огромный стадион для гладиаторских игр в форме эллипса. Он вмещал около 12 тысяч зрителей. Под ареной были расположены ямы и другие вспомогательные помещения. Также в III веке здесь было проведено несколько казней христианских мучеников. В центре амфитеатра находятся остатки древней базилики VI века и романско-готическая церковь XII века. Следующая достопримечательность – это Тарагонский собор, старинная церковь XII века, построенная на месте мавританской мечети, является великолепным примером эволюции от романского стиля к готике. Главный фасад имеет два романских портала XII века и потрясающую розу – большое круглое окно с ажурным узором. Мы приехали в Феррари парк, такие воодушевленные, готовые покорять новые горизонты и заряжаться экстримом. Сначала мы побывали в интерактивном музее, где нас ветерком прокатили над Лондоном, Лас-Вегасом, Парижем и Питером. Съемка там была запрещена, поэтому данный полет остался за кадром. Минус только в том, что своей очереди пришлось ждать целый час, но это того стоило. По сути, оказалось, что в этом парке больше развлечений для детей, чем для взрослых. Поэтому следующая наша цель – это американские горки, которые было видно с любой точки в радиусе 10-15 километров. Машинки разгоняются до 180 километров за 5 секунд, поднимаются на 120-метровую высоту и практически свободно падают обратно. Мы заняли очередь, которая состояла примерно из 100 человек. Настроились на долгое ожидание, и все бы было хорошо, если бы не случай.
очередь перестала двигаться. Машинки поднимались вверх без людей, и мы начали подозревать, что что-то поломалось. Прошло 40 минут, люди начали потихоньку расходиться, несмотря на то, что работники парка не предоставляли никакой информации. Хоть бы кто-то из них сказал: «Не стойте, не теряйте времени, кина не будет, киношник заболел, блин». Мы уже отчаялись и пошли на другой аттракцион, где мы опять простояли 40 минут. Только спустя 2 часа перекрыли вход на американские горки, и, конечно же, разъяренная толпа пошла жаловаться в администрацию с целью получить хоть какую-то компенсацию за зря потраченное время. Андре был одним из них. Это была следующая очередь не для слабонервных. В очереди оказалась одна истеричка, которая начала ругаться с мужчиной и пыталась его спровоцировать. Он быстро это понял и удалился. Тогда она зацепилась с какой-то женщиной и начала на нее орать. Женщина не выдержала и смачно плюнула ей в лицо. Та в ответ ударила ее ногой в живот. Вот провокаторшу уже скрутили и пытаются успокоить, но орала она примерно минут 30, пока не вызвали полицию. Но вернемся к нашим баранам. Была ли в итоге какая-то компенсация? Андре дождался своей очереди спустя 1,5 часа. Нам предложили VIP-билет по цене обычного, который предполагает посадку на аттракционы без очередей. Но после потраченного здесь времени и этого скандала уже не хотелось сюда возвращаться. Но несмотря на это, Андре так долго дискутировал, чтобы получить какую-то денежную компенсацию, что уже начал бесить этим людей в очереди. Я услышала аплодисменты и гул людей и подумала, что опять какая-то заварушка начинается, но нет. Это просто народ радовался, что Андре уходит. А в это время в целях безопасности его сопровождал охранник, чтобы его по дороге не побили. Впечатления от Феррари парка остались просто незабываемые. В Испанию мы приехали на 1 неделю. Программа у нас насыщенная, хочется посмотреть Барселону, а для этого понадобится несколько дней. Мы взяли автобусную экскурсию, и первая остановка в Барселоне – это смотровая площадка с видом на морской порт. Я не готовила какой-то особенный сценарий к этому видео, а просто снимала все подряд, когда была возможность. Поэтому информации в этом ролике много, а меня мало. Но я надеюсь, что никто из-за этого не расстроился. А вот этот дом, построенный по проекту каталонского архитектора Антони Гауди, который всемирно признан одним из самых потрясающих специалистов в своей области, заслуживает отдельного внимания. Гауди начал строительство Ла Педрере в 1905 году по заказу своего друга Коммерсанта. Причем участок, на котором теперь дом Мила, раньше занимала церковь Девы Марии Селения Грасия. Но церковь эту, как и все дома барселонского предместья, снесли в ходе реализации плана застройки квартала Эшампле. Проект этого здания Гауди стал новаторским для своего времени. Продуманная система естественной вентиляции позволяет отказаться от кондиционеров. Межкомнатные перегородки в каждой из квартир дома можно перемещать по своему усмотрению. Имеется подземный гараж. Предусмотренные проектом лифты не были установлены в ходе строительства и появились намного позднее. Здание представляет собой железобетонную конструкцию с несущими колоннами без несущих и опорных стен. Уникальные кованые решетки балконов стали результатом импровизации Жузеппе Марии Жужоля, который сотрудничал с Гауди и в других проектах. Почти в каждом помещении имеется окно, в которое поступает дневной свет, что для того времени было в новинку. Тут нет прямых линий, все мягко и плавно перетекает друг в друга. Все хозяйские комнаты выходят на улицу либо во внутренний двор квартала. Окна хозяйственных помещений и комнат прислуги выходят в 3 внутренних дворика.
Первоначально мнение барселонцев о новом доме было не слишком высоким. Дом Мила сразу получил прозвище «Педрера» – «Каменоломня» за свой запоминающийся неровный тяжеловесный фасад. Не знаю, как кому, а мне нравится, и в первую очередь он мне нравится своей оригинальностью и неповторимостью. А вам? Пишите об этом в комментариях. Его творения также необычны, как и дома еще одного известного австрийского архитектора Хундерт Васса. Если вам интересно, то можете взглянуть на его зеленую цитадель в моем видео о Магдебурге. В этом доме есть квартира на 6-м этаже. Она оформлена в стиле 20-х годов 20 века и вместе с чердачным этажом и террасой на крыше демонстрируется посетителям во время экскурсии. На остальных этажах размещаются офисы. Некоторые квартиры по-прежнему занимают каталонские семьи. В доме Мила работает музей «Мир Гауди». Основной этаж переоборудован под выставочный центр. В одной из квартир последнего этажа устроен музей быта эпохи модерна. А в чердачном помещении сымитирована мастерская архитектора, из которой можно подняться на крышу. На крыше дома происходит часть действия одного из наиболее знаменитых фильмов великого итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони «Профессия репортер» 1975 года. На обед мы зашли в ресторан, который нам посоветовал гид. Я собралась заказывать себе порцию паэльи с морепродуктами, а Андре что-то другое, но официант сказал нам, что эта порция рассчитана на 2 персоны. Мы решили заказать это блюдо на двоих, только официант нас не предупредил, что и стоить оно будет в 2 раза дороже, а не 23 евро, как было указано в меню. Оказалось, что это просто куча черного риса с горсткой морепродуктов за 46 евро. Вот такой вот развод туристов по-барселонски. Так что если будете в Барселоне, то я вам категорически не советую заказывать это блюдо. Визитная карточка Барселоны – это еще одно творение великого архитектора Гауди – собор Саграда Фамилия. Собор Святого Семейства – это поистине уникальное архитектурное явление. На протяжении 1,5 столетий сооружение строится, растет, видоизменяется. И это единственный случай в истории архитектуры, когда долгострой имеет такую колоссальную мировую известность, является источником притяжения миллионов туристов и входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Создание собора началось в 1882 году с малознакомого истории архитектора Франциско де Вильяра. Изначально сооружение задумывалось исполнить в неоготическом стиле, в духе того времени и в классических представлениях о том, как должна выглядеть христианская церковь. Однако волей случая Вильяр вскоре отказывается от проекта, и его возглавляет Антонио Гауди, который назначается главным архитектором в 1891 году. С этого момента жизнь Гауди будет неразрывно связана со строительством собора. Он жил и дышал этим произведением. Он был фанатично предан ему и часто лично собирал пожертвования на его возведение. Гауди просто фонтанировал идеями. Как художник-абстракционист, охваченный внутренними порывами и эмоциями, он выплескивал свои замыслы хаотично, часто без схем и чертежей, интуитивно, бесконечно что-то менял, ломая и перестраивая заново. Неудивительно, что строительство требовало от него максимального личного присутствия и содействия, поэтому в итоге собор стал для него и рабочей мастерской, и кровом. 43 года жизни мастер отдал своему творению. При этом при его жизни была реализована только треть его замысла. Гауди был глубоко набожным человеком, и Саграда Фамилия должна была стать по его замыслу современным прочтением Нового Завета.
План здания выполнен в виде латинского креста. На этом, собственно, исчерпывалось сходство этого футуристического сооружения с обычными каталонскими церквями и храмами. Гауди задумывал выполнить три фасада – Рождество, Страсти Христовы и Воскресенье, каждый из которых должен быть увенчан четырьмя остроконечными башнями высотой до 112 метров, которые бы складывались в общее число 12, что соответствовало бы 12 апостолам. Еще четыре башни по 120 метров каждая должны символизировать евангелистов и окружать центральную, самую высокую башню 170 метров, посвященную Иисусу, на которой должен располагаться крест. Башню с колокольней в честь Девы Марии предполагалось расположить над апсидой. Гауди решил, что даже самая высокая башня храма не должна превышать самую высокую гору в Испании – Монжуик. Как истовый христианин, он не мог свое произведение поставить выше, чем творение Бога. Каждый фасад должен нести собственную смысловую нагрузку, переданную барельефами, которые передавали бы повествование о жизни и делах Христа. Работы ведутся по сей день, и по предварительным подсчетам глобальное окончание строительства планируется к 2030 году. Поэтому нам стоит вернуться сюда после окончания строительства и побывать внутри собора. Сегодня у нас для этого совершенно не осталось времени, и нас уже ждет автобус. Завтра намечается новая поездка в Барселону. Конечно же, одного дня недостаточно, чтобы посмотреть Барселону. Наверное, недостаточно и одного месяца, поэтому мы решили повторить. Вчера у нас была обзорная экскурсия с гидом, а сегодня нас привезут в центр города, оставят на 5-6 часов, и мы пойдем гулять самостоятельно. После прибытия в центр Барселоны мы поднялись на самый высокий этаж торгового центра, где находится кафе. С высоты птичьего полета можно увидеть площадь Каталонии. Перед поездкой в Барселону нас предупреждали знакомый и местный гид, чтобы мы следили за своими вещами и даже рюкзаки носили впереди, а не на спине, как это принято. Потому что в этом городе большое количество карманников. За два дня в этом городе мы не столкнулись с карманниками, зато увидели забывчивых туристов. Вчера, например, одна парочка предложила нас сфотографировать возле собора. В итоге мужчина положил свою барсетку на лавочку и пошел без нее. Мы его позвали и вернули барсетку. Сегодня зашли в кафе, а там на столе лежал пакет с телефоном и какими-то покупками. Через 10 минут за ним прибежала девушка. В общем, если бы мы были непорядочными людьми, то у нас был бы уже телефон и барсетка с деньгами. Сегодня у нас конкретной цели нет, мы просто гуляем по городу и наслаждаемся его атмосферой. Вот, смотрите, вход в обычный подъезд. Какие кованые ворота здесь, какая лепка по краям. Произведение искусства просто. Я представляю, сколько здесь стоят квартиры. Местный закон, запрещающий бои быков в Каталонии, вступил в силу 1 января 2012 года. Каталония стала вторым регионом Испании после Канарских островов, там коррида запрещена с 1991 года, поставившим тысячелетнюю традицию вне закона. С арены «Монументаль» сделали музей, так сказать, где каждый турист может посмотреть на бывшую арену только уже без быков. Мин
минус для Барселоны, вернее, не для Барселоны, а для туристов в Барселоне, в том, что билеты в музеи, в парки нужно покупать заранее, за несколько дней, а то и за несколько недель, нам гид вчера сказала. Поэтому мы сегодня никуда не попадаем, мы совершенно не подготовились. Получили эту информацию только вчера, поэтому если вы поедете в Барселону, то онлайн обязательно покупайте билеты все заранее и планируйте свое путешествие. Я похожа на испанку. Это мое испанское преображение. А я буду заканчивать уже свое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. В нем было очень много достопримечательностей и экскурсий. Пишите, что вам нравится больше. Смотреть какую-то интересную информацию города, либо просто такой отдых, обзор отелей или какие-то общие впечатления об определенном месте. Всем пока, увидимся в следующем видео.